чуть попроще. Наверное. Нет, так не точно. Эту песню написал Вячеслав Климович на стихи Ольги Сюкевич. Точнее, наоборот, он сначала написал музыку, а потом появились стихи. Это достаточно нечастый случай. Когда зима падет на плечи, и будет снег, и будет легче дышать, из дома бежать, не спать и не ждать, писем от Бога нет. Вне кубиков наших квартир так монохромен мир. Ты ждешь, когда накроет небо проспект и парк, где бродишь слепо, дома, разметку дорог, в свой правильный срок тайны укроет снег. Ты веришь, что будет светло лучшим из наших снов. И вот зима, и снег не тает, а мы главу судьбы листаем, и город как чистый лист, ты лишь прикоснись к стружке небес. Грез вверх катится сон.